В рамках цифровизации энергосбытовой деятельности ПАО ДЭК внедряет интеллектуальные системы управления на базе цифровой технологии, чтобы повысить надежность, качество и доступность оказания услуг. Основной вектор коммуникации с клиентом направлен в цифровой формат взаимодействия посредством развития интерактивных сервисов обслуживания, в том числе дистанционных способов внесения платежей за ЖКХ и перехода на электронный цифровой платежный документ. На сегодняшний день более 290 тысяч жителей Хабаровского края отказались от получения единого платежного документа на бумажном носителе и подписались на получение квитанции за потребленную электрическую и тепловую энергию в электронном виде сразу после их формирования. Электронную квитанцию можно оформить на нескольких объектах недвижимости. Электронная квитанция является полным аналогом бумажной квитанции и содержит такую же информацию, но имеет ряд преимуществ, которые делают ее более удобной и эффективной. Клиент получает информацию намного раньше. В любое время и в любом месте на расстоянии с помощью QR-кода можно оплатить потребленные энергоресурсы, отследить задолженность по лицевому счету и избежать неприятных сюрпризов в виде пени за неисполнение обязанностей по оплате коммунальных услуг или их ограничения, рассказывает начальник управления по работе с частными клиентами филиала ПАО ДЭК «Хабаровск Энергосбыт» Николай Долженков. «Хабаровск Энергосбыт» напоминает, что возможность оплачивать счет за пожилых родителей, дедушек и бабушек дает возможность заботиться о близких, находясь рядом или на расстоянии. Оформить подписку на получение платежных документов и важной информации в электронном виде, а также отказаться от получения бумажных квитанций вы можете на сайте ПАО ДЭК. В первых числах месяца счета будут приходить на указанную клиентам электронную почту. С помощью QR-кода, расположенного в верхней левой части, клиент компании могут в один клик без регистрации в режиме онлайн произвести оплату коммунальных услуг.